Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Анабиоз. В предыдущей серии мы погибли 100-500 миллионов раз, и тут мы видим Мосинку, со снайперским прицелом. Нахрена снайперский прицел в закрытых помещениях, я, конечно, не знаю, но тем не менее, охота ее взять раздают. Так, это что такое? Тут закрыто. Так, мне надо отогреть это место и по-быстрому, пока я не двинул кони. Так, ну я могу отсюда выйти. Да ты что закрываешься-то, ёлки-палки, я сейчас замерзну. Выйти-то я могу, а как мне взять ту винтовку? Видимо, как-то потом туда вернусь. Потому что сейчас там было не пролезть. 7 зарядов для водометной пушки. Я так и не понял, как она работает. Разберемся. Так, посмотрим, как ты погиб. И постараемся это исправить. Топор. Ага, трогаешь топор и погибаешь. Надо отключить электроэнергию. Хотя интересно, почему я трогаю топор и погибаю, если дерево не проводит ток. Это очень странно. Я бы сказал, очень-очень странно. Так, где у нас можно выключить электричество? Наверху, что ли? Ты там как, брат? Тут я не могу пройти. Так, вон там я что-то вижу. Пойдемте туда. У меня интересно, только мне шарахнет. Угу. Все отлично. Теперь берем топор. Идем наверх и высвобождаем нашего братку. Вот так, да? Все, отлично. Ладно, это хорошо. Сейчас тут все таять начнет, похоже. Или нет? Ну, по крайней мере, я не замерзаю. Это уже радует. Так, ну и что? Заряд для ваномета. Так, это что такое? Да хватит лед собирать, елки-палки. Ну чё, блин, делать-то? Может, теперь сзади там стало теплее? Судя по всему, да. Что тут такое мигает? А, просто лампочка. Сохранимся. Раз дает такую возможность, почему бы и нет. Так, что он тут хотел цепануть? А, патроны для водометной пушки. Ладно, я с ними разберусь попозже. Блин, кошка опять. Опять кошка меня беспокоит. А у меня, надо сказать, до хрена патронов обоим для винтовки. Это очень хорошо. Дровосек! Давно я тебя не видал. А вот сейчас... Вот чуть не убил меня. Так, мне надо погреться теперь.
вот от этого обогревателя. Да ёб твою дивизию, быстрей! О, давай, 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 давай. На, скотина! Вы тут для меня уже как-то, блин, этот... особой угрозы не представляете. Не пугайте вы меня. Так, ну что мне делать? Кнопку я нажал. Там пошел отогрев. Здесь отогрева нету. Тут у нас радио. Нам, видимо, отсюда идти. Винтовочки. Да, блин, ну... вот на кой хрен мне оптический прицел в закрытом помещении? Патроны у них, судя по всему, общие. Поэтому я лучше эту возьму. Так, ну и что я сделал? У нас, по крайней мере, работают эти движки. Вот с этими, конечно, воевать это просто цирк какой-то. Да, блин, ну... цирк состоит в том, что они по-любому тебя, от них никак не увернешься, они как тебя видят, они сразу в тебя стреляют. По-моему, это тупо. То есть идет банальный размен пулями. Так, и мне, видимо, хана, потому что у меня мало здоровья. Хорошо, мы погрелись. Так, тут пока все тихо. Кто-то туда наверх забирался, похоже. Тихо. Хапнул. Возьмем с него патроны. И сходим подлечимся. Хорошо. Да что ж вы не успокоитесь? Ты кто? Я надеюсь, ты не сварщик? Стрелок. Блин, лучше бы был сварщик. Да вот, ну... со сварщиком, по крайней мере, воевать интересно, в отличие от тебя. Да ёлки-палки, ну что ж ты... никогда не промахивается. Ладно, хоть лечилка рядом. Блин, а это что такое? Что за притормаживание? Так, все. Прилег. Ну ладно. Не так страшно, как могло бы быть. Перезарядим. Зайдем в эту будку. Только сначала перезарядим. Хрен зайдем в эту будку. Хотя, может, сейчас подтает и сможем таки. Так, это у нас что? Сюда я, конечно же, зайти не смогу. Это что такое? Поверху катается. Блин, опять ты. Давайте спробуем нашу Мосинку. Блин, ну вот я говорю, да? Вот нахрен прицел нужен. Наоборот, мешает. Ладно, прилег. Да бери ты, бери. Ну-ка, что у тебя с рожей? А, у тебя нет рожи. У тебя обморожение вместо рожи, да? Так, я патрон могу взять для водометной пушки? Нет.
Так. Давай быстрее, давай, давай. Что мне нужно сделать с ней? Давайте посмотрим. Посмотрим. Что-то поднять, видимо. Не, так, возможно, эту поднять. Как поднимать? Ага. Вот так. Давай быстрее. Ну, похоже, все дело правильно. Только надо закрепить сейчас как-то, да? Да-да-да. Догадался. Вот так. Давай, дорогая. В самый раз. Только зачем я это делаю? Ой-ой-ой. И теперь налево. Верно, я думаю? А, все, сломалось уже. Так, ну либо на ней куда-то попасть. Что, судя по всему, неверно. Либо под ней теперь что-то открылось, и мы туда сможем пройти. Так что возвращаемся. Если сейчас опять вылезет стрелок, то я, блин, матюгнусь. Ну ладно. Ладно, хоть не стрелок. Да, блин. Я чего-то подобного ждал, поэтому даже не испугался. Так. Очередная проблема. Теперь мы не можем выйти отсюда. Замечательно. Теперь нам эту херню, что ли, поднимать надо? А, она же уже сломана. Так, будем разбираться. Поверху. Я даже не видел эту лестницу. Так, там патроны. Ну, взять я их, соответственно, не могу, похоже. Интересно, как мне их взять? Надо было раньше думать, похоже, пока она еще не обвалилась. А теперь уже все. Поздно пить боржоми. Вот наша дверь. Выходим. И попадаем, я понял, куда, да. Он там у нас топором мужика закоротило. Так, а что мне здесь делать? Видимо, наверх подниматься. Что, где? Ну ладно. Лезем наверх. Что нам это дает? Здесь у нас уставший мужичок какой-то. Дверь открыть может? Нельзя. Может эту? Эту можно. Че ты сидишь? Отдыхаешь-то? Так вот как все случилось. Ты, скотина, проспал, да? Тихо. Вот. Видите, да? Я сразу вылезаю и сразу ловлю в ту же долю секунды. Ну ладно. Специально, блин, гад, не попал. Лишь бы выставить меня в глупом положении. Так, а я сейчас могу погибнуть. Но нет. Этого не произошло. Так, мне бы не помешало тепло. Идем наверх. Включаем. Это что за аптечка? Тут у нас металлолом. Мячик. Термос и гиря с гантелями. Так, что мне все это дало?
Ну, нажал я, допустим. И что дальше? Гирю я могу взять? Гирю нет. А сапог? Сапог тоже не могу. Ладно, выходим. Заберем у супостата винтовку. Сварщик. Вот тебя-то я давно не видел. Да блин, как же тут все трясется, а? Хрен попадешь по кому-то. Все, прилег. Да, когда винтовка есть, тебе не так страшно, конечно. Открываем. Заходим. Радиация. Это меня не радует. А, это мы были в реакторной. Понятно. Сейчас у нас уже... Так, что с тобой стало? Сейчас у нас какие-то жилые помещения, похоже, пойдут наконец. Так, что происходит? Замерз? Бедолага. Пойди в будку, подавай кран, попробуем еще раз. Это ты мне сказал? Ну хорошо, пошел. Будь сделано, шеф. Запросто. Говно вопрос. Какая дверь-то, а? Будка у нас наверху, видимо. Подавай. Подаю. Что, нормально? Теперь опускаем. Опускай. Так, точно, командир. Говно вопрос. Закрепили? Поднимай. Отлично. Ну а почему ты в прошлый раз этого не смог сам сделать? Обычно были какие-то веские причины для смерти. А ты просто сидел и дожидался, похоже. Ну да ладно, дело твое. Ментальное эхо местное жжет. Так, мы прошли еще один уровень. И это, по-моему, очень круто. Да, не ожидал, что игра окажется таким сюрпризом, скажем так. Очень оригинальная, очень своеобразная и очень такая по-совковому уютная, с хорошей атмосферой. Она меня, честно говоря, очень радует. Хотя, конечно, боевая система здесь просто позорная. Что со стрельбой, что с рукопашным боем, одни проблемы. На этом, я думаю, я завершу эту часть. Увидимся в следующей. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего. Пока.